Всем привет! Вы на канале Берхантер. Как пристрелять мамбу пистолетную? Потому что как пистолет пристрелять неудобно. Что для этого надо? Для этого надо установить сошки на первое время. И я думаю, приклад установить. Но мы его на болт не будем сажать, просто сделаем вот так вот. И гораздо проще пристрелять винтовку, грубо говоря, чем пистолет. А потом можно убрать и приклад, и сошки. Но давайте сначала так пристреляем. Приклад тут у меня без болтов. Взводим, ставим стрелу, потому что когда как пистолет будете пристрелять, он у вас будет ходуном ходить, а надо точно пристрелять, чтобы он как пистолет у вас уже стрелял нормально. Вот для этого нужны сошки и нужен прикладик. Ну, давайте на первое время поставим, делаем прицел, включаем. Здесь, кстати, высота, здесь вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево. Давайте посмотрим, куда я попаду. Так, приклады снимаем и стреляем. Так, куда я там попал? Фиг его знает. Заряжаем еще раз. Вставляем туда стрелу. Повторюсь еще раз, когда вы будете как пистолет пристреливать, на вытянутой руке у вас, видите, двигается все равно. Арбалет не пушинка, поэтому у вас с ходуном ходит. Для этого нужно на первое время, хотя бы для пристрелки, установить сошки, установить приклад, потому что если подушку сюда ляпать, все равно как-то не то будет. На подушку, на какую-то другую поверхность ставить. Вот, сошки взять, приклад взять, если у вас другой арбалет есть или что-то другое, снять с него, на этот установить и пристрелять. И тут уже ничего не дергается, все нормально, наметились, стрельнули, три стрелы сделали, стрельнули. Так, давай еще одну стрелу выстрелим и пойдем посмотрим, что у нас тут получилось. Так, ставим сюда. Снимаем с предохранителя. Все, идем посмотреть, что у нас там получилось. Ну, видите, результат нормальный. Что тут надо сделать? Ну, одну стрелу я дернул. Тут, по идее, ничего делать особо не надо. Две стрелы нормально. Здесь получается только влево маленько прицел сдвинуть, вот эту вот крутилку, открутить вот здесь вот. И там отверточкой влево чуть сдвинуть, она нормально будет бить. Одну стрелу я просто дернул, у меня там приклад маленько неприкрученный был, вниз ушел. Так что вот, резюмируем. Вы арбалет пистолетный пристреляли, убрали, скрутили, убрали отсюда сошки, убрали приклад, все, теперь... Вы из пистолетного арбалета можете стрелять, как из пистолета. Он у вас пристреленный, с прикладом, с сошками был. Вы его настроили, и теперь можно спокойно стрелять. Кстати говоря, скоро Новый год. Офигенный подарок для мальчика или для девочки. Мамба пистолетный. Самый бюджетный арбалет. Мощный. 43 килограмма. Максимально разрешенная мощность. Мощный арбалет для охоты. Для всего. Для чего еще не скажу. Все это можно в Берхантере приобрести. Короче говоря, классный подарок на Новый год. Да и вообще классный подарок. В описании все будет написано. Всем пока, до новых встреч. Кто не подписан, подписываемся. Лайк ставим, пишем комментарий. Как вам такая пристрелка? Решил такое видео записать, потому что смотрю, некоторые пристреливают. Но когда вот так вот рукой стоите, трясется все равно. С прикладом и с сошками гораздо лучше. Некоторые пристреливают, сюда подушку укладывают. Либо упор какой-то. Тоже не то. Гораздо удобнее пристрелять пистолетный арбалет, когда есть приклад и когда есть сошки. Теперь все отсюда можно снять, и будет все нормально. Всем пока, до новых встреч. Еще раз говорю, классный арбалет. Скоро Новый год, в подарок самое то. Всем пока. Туши.